Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылочка небольшая. И, если честно, я даже не догадываюсь, что в ней. Давайте откроем и посмотрим. Ну, честно, я решил последние посылки не смотреть, не сверять с треком, что это, для того, чтобы удивляться вместе с вами. И что это? Миджо! Это, скорее всего, наверное, стекло? Или что это такое? Что это такое, я заказал? Сам не отстреливаю. Такая вот коробка. И дай бог память, что это такое. Здесь у нас инструкция. Скан. Свет. Это у нас очки с AliExpress. Была акция, там что-то у магазина можно было купить очки поляризационные, там я не помню за сколько. На экране добавлю, что мне они стали, обошлись. Ну, в любом случае, я уже и забыл, что они должны были прийти. Что-то около вроде $5 я заказал, они стоили. Вот в таком кейсе. Кейс не до конца закрыт, но закрывается. И давайте посмотрим на них. Они типа якобы там поляризационные, якобы все ништяки, которые могут быть в очках, в них есть. Но стоят, конечно, Mixho Design Eyewear. Такой вот мягенький чехольчик для очков. Давайте вот здесь его положим. Еще тряпочка. На тряпочке какой-то мусор белый, то есть то ли приклеено что-то. Ну, такая она грязная, видите? Будет видно, не будет. То есть грязновато тряпочка. И такой запах прелости от нее. Фу. Вот. Ну и для проверки у нас такая вот карточка с мужиком. Это стандартная карточка. Ну и давайте посмотрим на сами очки. Так, а второй одна только была с чехольчиком. Оп. Вот так выглядят очки. Они якобы мужские, но я не думаю, что они мне подойдут. Вот, но для вас специально померяю и фотку добавлю. Ну и давайте посмотрим, что у нас там увидит камера, не увидит, не знаю. Отсвечивает. Так, а как же сделать? Ага, вот. Вот так. Видите, поляризационное, все там отображается. А что это отображается? Хоть рыбка. Рыбка отображается. Вот. Вот такой вот набор мы имеем. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!